Внимание, внимание, говорит и показывает программа «Ижевский спорт» и «Дворец культуры Интеграл». Праздник фитнеса в Ижевске – уникальный социальный проект не только в сфере фитнеса, но и массовой физической культуры. Сегодня лучшие из лучших покажут красоту своего тела на сцене Интеграла. «Ижевский спорт» тоже решил посмотреть на самые красивые бицепсы и трицепсы нашего города. Ну что ж, пока все волнуются и готовятся, о правилах игры поговорим с членом жюри этого конкурса Денисом Тихоновым. Денис, добрый вечер. Что же будет сегодня главным? Что нужно будет всем этим участникам, чтобы победить? Сегодня будет финал второго проекта «Мисс и мистер фитнес». Количество участников у нас гораздо больше, в отличие от первого проекта. Ну, сразу же скажу, что до финала дошли самые стойкие, самые сильные, самые целеустремленные. Мы сейчас увидим массу девушек в бикини, это очень сексуально, это очень красиво, да, как считаете? Да, однозначно. Я думаю, что никто не останется равнодушным в зале к этому действу. Могу сказать, что по опыту проведения первого конкурса очень были хорошие отзывы. И сегодня, я надеюсь, будет полный зал. Продолжаем превью к этому замечательному конкурсу. И сейчас наш гость, известный ижевский бодибилдер Дмитрий Коронов, который будет вести сегодняшний вечер. Дмитрий, добрый день. Добрый вечер. Ну, все-таки, что же будет сегодня самое главное, самое интересное? Самое интересное, ну, я думаю, что будет самодейство. Это, прежде всего, соревнование по номинации «Бикини». Огромное количество красивых девушек, огромное количество ослепительных девушек, я бы сказал. И также будет номинация «Модельный бодибилдинг», которая представлена в Ижевске впервые вообще. Это очень такой, ну, модный тренд достаточно на Западе. И сейчас это входит уже в нашу жизнь. И мне кажется, что это прикольно, это интересно. Я думаю, что это будет только развиваться. И очень здорово, что вот есть клуб в городе, который начал такую движуху. То есть пропаганда здорового и активного образа жизни среди молодежи. Сейчас девушки все выходят, ну какой-то прогноз сделаем, кто же все-таки из них победит сегодня? Я бы не хотел обращать внимание, потому что я слова сразу забываю, что мне говорить вообще, когда это вижу. Вот, победит, черт, кто же победит? А победит тот, кто, наверное, красивее всего будет поправлять купальник и обаятельнее всего строить глазки судьям. Я так думаю, потому что судьи все-таки в основном мужчины. Хорошо это или плохо, я не знаю, но для конкурса «Мисс Бикини» я думаю, что это классно. Потому что нужно оценивать девушек не с мышечных позиций, как это в бодибилдинге, а именно с точки зрения эстетики, может быть, даже легкой эротики. То есть это должно быть красивое женское сексуальное спортивное тело, а не наоборот, не сначала спортивное, а потом уже все остальное. Поэтому победит, я думаю, самое обаятельное. Во как элегантно он выкрутился. Ну что ж, ждем начала. Так же, как театр начинается с вешалки, так и любое соревнование по бодибилдингу и фитнесу начинается вот здесь, с гримерной. Ведь мало сделать свое тело красивым, надо еще красиво подать его публике на подиуме. Давайте заглянем. Нас уже наверняка здесь ждут. И вот, знакомьтесь, одна из претенденток на победу – это Екатерина Кузнецова. Катя, как дела? Вы готовитесь? Готовитесь уже? Да, готовлюсь, наношу последние мазки, грим, чтобы хорошо смотреться на сцене. Этот грим наносится для того, чтобы была четкая прорисовка мышц, чтобы тело смотрелось здоровым, загорелым, чтобы мышцы было хорошо видно, как я в зале поработала, и девочки как в зале поработали. На какой настрой, какими группами мышц вы довольны своими? Чем удивите? Чем удивим? Конечно же, у нас сегодня конкурс «Бикини». Будем удивлять «Бикини» своими замечательными попками, телами, ручками, спинками, ножками. Конечно же, ножками. Екатерина, что вам дало участие в этом проекте? Я хочу сказать, что участие в этом проекте дало большую уверенность, желание дальше совершенствоваться. Ну что ж, имею честь представить вам еще одну претендентку на победу. Это Анастасия Злыгостева. Анастасия сейчас наводит последний лоск. Анастасия, как дела? Все замечательно, прекрасно. Настроение очень позитивное. Мы долго шли к этому событию праздничному. Будет очень все красиво, вы в бикини, да? Как вы считаете, сведете мужскую часть населения зала с ума? Возможно, да, я за них отвечать не могу, потому что какие у них будут настроения и эмоции, с чем они пришли, это
это уже от них зависит. Надо быть очень достаточно смелой девушкой, да, чтобы выходить на сцену в бикини. Вы смело себя чувствуете? Достаточно смело и уверенно, да. Что самое главное будет, что нужно, чтобы победить сегодня? Нужно быть уверенным в себе, отдавать энергетику залу. Я думаю, в этом основной залог успеха. Ну что ж, мы желаем вам удачи. Спасибо. А дальше преследуем в мужскую гримерку. Ну что ж, а у мужчин все намного серьезнее. Вот знакомьтесь, Павел Пороховский. Павел, что сейчас происходит? Немножко расскажите нам. Ну, перед соревнованиями на меня накладывают грим, чтобы рельеф смотрелся четче на сцене. Категория называется пляжный бодибилдинг. Поэтому, в принципе, я должен выступать в шортах, которые идут до колена. И мне самое главное выделить торс, все, что выше колена. Ну, это дебют, можно сказать, первый раз перед публикой. Я думаю, будет очень сложно. А вот Павел Торопов налегает больше на физические нагрузки перед соревнованиями. Павел, я правильно понял, что вы больше сейчас на физику, да, налегаете? Нет, не совсем так. В принципе, категория у всех одинаковая, но это необходимо... Физическая нагрузка необходима, дозированная до соревнований, для того, чтобы наполнить мышцы кровью, усилить микроциркуляцию, придать значительную рельефность. Эстетика тела подразумевает собой, в общем-то, и внутреннюю гармонию, эстетику разума и соотношение именно вот внешнего вида, соответственно, с внутренним. Если получается общая гармония, то я считаю, что гарантия успеха должна быть. Я думаю, вечер сегодня удастся. Я тоже так думаю. Ну что ж, время чена стало. Все претенденты уже на низком старте. Начинаем следить, как разворачивается борьба. Проект «Мисс и Мистер Фитнес 2013», организатором и вдохновителем которого стало Управление по физкультуре, спорту и туризму администрации Ижевска, стал знаковым событием в спортивной жизни столицы Удмуртии. Стать его участниками было предложено всем желающим. И готовясь к конкурсу, смельчаки узнали многое о спортивном питании, о том, как выглядеть красиво, как эффектно выточить свое тело. Это уже вершина айсберга, конкурс «Мисс Бикини». В финале 17 претенденток, борьба на грани фола. Мужская часть жюри нервно ерзает на стульях, а сами участницы, сделав свое дело, стали ждать вердикта судей. Ну что ж, девушки только что со сцены, давайте узнаем их эмоции. Девчонки, вот вы только что сейчас так все обнялись после всего этого. Что, какие эмоции это все-таки? В первую очередь это радость, что закончилась сушка, ура! Довольны именно тем, как вы себя проявили сегодня на сцене? Да, конечно. В любом случае, довольны. Мы к этому шли столько месяцев, и наконец-то это свершилось. Это, кстати, Ольга Жданова, тоже одна из претенденток на победу. Ольга, ну а тем не менее, даст Бог, в следующем году выйдете так же? Загадывать не буду, но возможно. Так, а это у нас Марина Орлова. Марина, ну а ваши впечатления? Мне очень все понравилось, это было восхитительно. Незабываемые ощущения на сцене, публика, судьи, все очень здорово. Есть какие-то наметки, какие-то впечатления, кому все-таки судьи сегодня отдадут победу? Да, чаще всех на сравнение выходили три претендентки. Я думаю, что они и разделят между собой первые призовые места. Вы даже уже подметили, да, кого чаще вы... Да, конечно, да. Нет ревности? Нет. Вы за них рад? Да, но кто больше всех постарался, тот и получил по заслугам. Вы считаете, что вас ждет в будущем? Вот сейчас конкурс завершится, фанфары затихнут. Что завтра? В первую очередь мы покушаем, да? В первую очередь мы покушаем, а потом уже будем думать, как бы сохранить форму в форме. Вы собираете свою карьеру связывать с фитнесом? А насчет карьеры говорить не будем, но ходить в спортивный зал, поддерживать себя, это да. А вы? Я бы хотела и буду прилагать для этого все усилия. Ну что, девчонки, мы вам желаем удачи и победы. Спасибо большое. Спасибо. До финала мужской части программы добрались 6 конкурсантов. Они тоже 2 месяца пыхтели в тренажерном зале и тоже продемонстрировали великолепную форму, доказав, что фитнес – это круто, это зрелищно, это полезно. Только что завершилась мужская часть этого конкурса. Рядом со мной Алексей Красноперов. Он только что блистал на сцене. Алексей, как впечатление? Необычно, непривычно. Это был первый мой выход вообще в жизни на сцену. Для меня это, не знаю, наверное, была не подготовка самая сложная, а именно выйти на сцену перед таким количеством народа. Но мы справились, я справился. Ну, вообще, насколько была вот нервозная такая обстановка, да? Я чувствовал какой-то ажиотаж. Ну, конечно, там такие эмоции.
даже не знаю, как описать. Ну вот сейчас объявят уже наверняка скоро итоги. Вы очень расстроитесь, если вы все-таки не станете призером? Знаете, для меня, наверное, было больше сам этот выход, дойти до финала. То есть я в любом случае не считаю себя проигравшим. Я это делал. Можно ли сказать, что вы преодолели себя, да? Да, конечно, безусловно. Что ж, время подвести итоги. Жюри сделало свой выбор. Итак, Мисс Фитнес 2013, элегантная и легкая Алена Целоусова, а король мужского конкурса Павел Пороховский. И сразу экспресс-интервью. Итак, вот триумфатор сегодняшнего вечера Алена Целоусова. Алена, мы вас поздравляем. Спасибо. Можно ли сказать, что вы счастливы? Конечно. Но я, по крайней мере, своему счастью ничего не понимаю, что вокруг происходит. Вы даже сейчас заплакали, да, на награждение? Через что же все-таки пришлось пройти, чтобы достичь этой вершины? Ну, очень тяжело было отказаться от сладкого. Питание очень тяжело давалось. Хотелось уйти 10 раз из этого конкурса и не участвовать. Как вот. Сегодня отпразднуете? О, я думаю, мы шикарно отпразднуем. Мы ждали этого вечера кучу планов. Вот. Все. Удачи вам и с победой. Большое. Спасибо. И вот он, наш старый знакомый, Павел Пороховский. Павел, мы вас поздравляем. Спасибо. Ну, все-таки огромное. Это самый счастливый день в вашей жизни, можно так сказать? Ну, это мой дебют на сцене, на самом деле. Очень волновался и не знал даже, как все это будет на самом деле происходить. Ну, да, очень рад победе. Вас уже поздравили ваши товарищи и соперники? Ну вот, поздравляют параллельно потихоньку родители. И ваш папа? Какие эмоции испытываете? Победу сына. Он уже не первый раз побеждает, но в других соревнованиях. Он 10 лет занимался теннисом. Он был чемпионом Удмуртии по теннису. Мы гордимся тобой, Паш. Мы гордимся. Спасибо. Ну что ж, праздник завершился, награды нашли своих обладателей, а мы вместе со зрителями получили массу положительных эмоций и сделали вывод – всегда быть в форме легко и просто, что по-английски означает «to fit». «To fit» мы желаем и всем зрителям ижевского спорта. До встречи в эфире!